Бывает так, что запись, которая должна бы всегда быть видна, тонет где-то там на дне ленты. А хотелось бы, чтобы ее каждый читатель, который войдет в это сообщество, видел. Для того, чтобы ее закрепить на месте, существует специальная команда «Прикрепить запись». Чтобы увидеть изменения, надо обновить страницу. И после обновления страницы видим, что она теперь будет всегда занимать это место, даже при добавлении следующих записей.